Итак, дорогие 5, 6, 7, 8 и другие классники, я уже учусь в 11 классе, и, в общем-то, это уже последний год для меня в школе. Вот. Это более... Эти 11 лет прошли, так, довольно, так сказать, быстро. Я еще в первом классе думал, ой, еще 10 лет учиться. А нет, уже 11 класс, мне осталось несколько месяцев только учиться. Вот. И сейчас мы в основном только ЕГЭ готовимся. А так, у вас много свободного времени, у вас может быть мотивация, вы вдруг ставите, вы вдруг вылечите рак, или кто-то создаст, я не знаю, эмулятор большого взрыва, и кто-то наконец-таки выяснит, как устроен квантовый мир, то есть, или докажет существующие теории, может, теорию Альберта Эйнштейна. Вдруг кто-то сделает другие открытия, о которых мы сейчас не можем знать, или изобретет что-нибудь подобное интернету. Ну, одно я вам могу сказать. Не теряйте мотивацию. Если вы хотите попасть на доску почета, то вам не нужно много делать. Вам нужно просто, так сказать, интересоваться по своему любимому предмету. Если хотите именно побежать на Олимпиаду, допустим, вот в 7-8 классе будет очень просто сделать по моей схеме, и даже, может, место на Всеросе займете. Хотя нет, Всерос с 9 класса. Вот. Но на регионе уж точно займете. Просто покупайте вузовские учебники по химии или биологии, что вам больше нравится, или по физике. И просто изучайте. В свободное время вам это ничего не стоит. Вот. И слишком много изучать не нужно, достаточно всего лишь полчаса в день. Вот. А так я вам желаю удачи, желаю попасть на всероссийскую доску почета, не только на региональную. Стремитесь, учитесь, достигайте своих целей.